Предлагаю, на мой взгляд, удачное блюдо, в котором отлично сочетаются гарниры и мясная составляющая. Уверена, вам пригодится, ведь блюдо получается сытным, вкусным и имеет присущий только ему аромат. Перед вами оптимальный рецепт гречки по-купечески со свининой в духовке. Он имеет много плюсов, например, при приготовлении в духовке гречка получается рассыпчатой, пропитанной ароматами тушеной свинины и овощей. Для тушения мяса можно использовать не только молотый перец, но и другие специи. В таком варианте приготовления блюда используются самые простые ингредиенты, а гречка со свининой получается нежной, воздушной и аппетитной. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Перед тем, как приготовить гречку по-купечески со свининой в духовке, переберите и промойте крупу, залейте ее кипятком, через некоторое время она набухнет. 2. Помойте свинину, порежьте ее кусками средней величины. 3. Морковь помойте и почистите, лук очистите от шелухи, морковку натрите на крупной терке, лук порежьте небольшими кусочками. 4. Обжарьте свинину, к ней в сковородку выложите морковку и лук, когда овощи пустят сок, добавьте молотый перец и влейте соевый соус, долейте воду, тушите под крышкой до готовности, в зависимости от жесткости мяса будет готово в течение 15-30 минут. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Возьмите форму для запекания, выложите в нее мясо, тушеное и с овощами, сверху на мясе распределите гречку, влейте кипяченую воду, она должна покрыть крупу, посолите, в разогретую до 220 градусов духовку поставьте формочку с мясом и гречкой, накройте сверху крышкой, в зависимости от печки, блюдо готовится от 30 до 60 минут. 6. В готовое блюдо положите пару кусочков сливочного масла поверх гречки, перемешайте гречку с маслом и мясом, все готово, подавайте, разложив на тарелке, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество, далее. Свинина, 500 грамм, морковь, 1 штука, гречка, 200 грамм, соевый соус, 3 столовые ложки, лук репчатый, 1 штука, перец черный молотый, по вкусу, количество порций, 2-3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Люблю вас, друзья, жду снова.